А если больше или не надо? Александр Валентинович, зампредседателя, директор Центра искусств, кандидат педагогических наук Якова Наталья Ивановна, секретарь Чепель Елена, члены комиссии, замдиректора Института искусств, профессор, заслуженный артист Российской Федерации Ескин Михаил Иванович, заведующий кафедрой народных инструментов, доцент, заслуженный артист Российской Федерации Урбанович Владимир Георгиевич, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации Дедков Владимир Иванович и доцента, лауреат международного конкурса Перелески Константин Анатольевич. Итак, у нас первая лиза. А почему у нас не по порядку? Сорокин Николай, специальность «Клад Балалайки» доцента Урбановича Владимира Георгиевича. Мясков, концерт номер 3. Тамарин, роман из «Сюиты Вадевиль». Тартини Креслер, вариации на тему Карелли. Горбачев, транскрипция на тему пьесы Крамера «Танцующий скрипач». Резоль, русские напевы. Концертмейстер Сергей Попов. Thank you.